Во вторник на собрании Нарвского союза бывших малолетних устников фашизма был изменен состав совета. Председателем ревизионной комиссии избрана Заборникова Александра Васильевна. Членом ревизионной комиссии стала Татьяна Егорова. Вопросами по оформлению виз теперь будет заниматься Валентина Лазовская. Общественным сектором заниматься будет Валентина Смолокурова. Заместителем председателя совета стала Иванова Нина Васильевна. И председателем совета остался Пыхтин Петр Дмитриевич. Отметили работу нашего совета. Вы избраны на 3 года и читались о его работе. Но в основном это касалось многих вопросов, потому что каждый член правления выполнял свой круг обязанностей. И я очень доволен тем, что коллектив этого правления сложился и делал все в пределах возможного. Конечно, были недостатки, недоработки, которые вот... Особенно при распределении гуманитарной помощи, при споре при финансовых вопросах, когда вот нужно было заплатить за телефонные разговоры, почтовые расходы, так. Вот эти вот у нас вызывали споры, но мы всегда приходили к единому мнению. А если нет, то мне приходилось... так сказать, накладывать вето на все, принимать решения самостоятельно. Но, во всяком случае, я очень доволен, еще раз повторяю, и своей этой работой правления. К сожалению, я не нашел замены. Вот видели, как тут получалось, что мне предлагали там Смелого там, и других. Мне, я уже хотелось такую, чтобы человека найти, который бы отдавался свое сердце этому делу благородному. Выбирался в новый состав правления, выбирался по молодости, задор и отношению к делу. Вот особенно Лазовская новая, она занимается, будет заниматься визами. Это на нее, конечно, большая ответственность ляжет на ее плечи, маленькие такие. И вот Нина Васильевна Иванова, вот тоже вот, они такие энергичные. Вот это вот Валентина Смолокурова, она вот любит вот экскурсии, это ее хобби. Вот такие вот мне хотелось, чтобы и в новом составе были те люди, которые поддерживают меня. Чтобы, ну, если же я не так сделал, чтобы меня поправили, я всегда чувствую, что там, где я могу ошибиться, я возьму тогда помощь у своих коллег. И я уже провел новый состав правления, новый вот Иванову, Лазовскую, и в консульство познакомился с консулами. Я их проводил их в Ивангород, познакомил с Риммой Николаевной Борисовой, коллегой моей, вот, которая вот наградила меня, она, а я ее наградил памятным знаком узник нацизма, она вот меня вот этим. Ну, короче, я уже их ввел в курс их работ. И хотелось, чтобы они... освоили это и как можно быстрее вошли в курс дела. А работы у них вот столько. Также на собрании Нарвского союза бывших малолетних узников фашизма председатель союза российских граждан Юрий Мишин и вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Нарве Романов Геннадий Александрович предоставили информацию о предстоящих выборах и о получении российской пенсии.